Во-первых, такие несколько моментов о том, что души людей имеют, во-первых, бытие после смерти, мы откуда помним из Священного Писания основывались, полноценное ощущение жизни, то есть в Ветхом Завете есть такие места, где усопших сравнивают с глубоко спящими, но они тогда не знали этих моментов, а вот Новый Завет есть, момент, где Иоанн Богослов увидел под жертвенником души убиенных, со Слова Божия, которые не имеют покоя, а взывают, доколе Владыка Святый и Истинный не мстишь за кровь нашу. То есть это о том, что полное бытие, понимание, то есть тело в земле, а душа видит, слышит, ощущает, видит, что происходит, соответственно. Это первое, что они имеют бытие. А второе, как они могут слышать, когда к ним мы обращаемся в молитве, об этом прямо, дословно пишет, говорит святой преподобный Силуан Афонский, что они слышат наши молитвы в Духе Святом. Потому что мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к святым. Господь по своей милости, по своей любви к роду человеческому, вот и есть, кстати, многообразие святых, это и есть доказательство, показатель Божьей любви, то есть как Господь любит человечество, что такими многообразными видами прославляет наше естество, наделяя его благодатными разными дарами, способностями. Поэтому Богу угодно, в первую очередь, если мы обращаемся за молитвой к нашим ходатаям, старшим братьям в вере или сестрам, вот, чтобы они услышали, Господь их извещает об этом, вот, в первую очередь. В этом тоже есть смысл, то есть, как можно сказать, объясняемо, в систему укладывается в идею, в какую, что Богу изначально было угодно, чтобы между людьми было общение. Если бы этого бы не надо было, ну, Адама бы создал, и он бы один остался, и все нормально. А здесь именно мало того, что Ева создана, чтобы, так сказать, он ему, там же прямая причина какая, делиться впечатлениями, коротко, простым языком говоря, то есть общаться, не было корысти. А вторая, да, уже оказалась, ну, в том числе и такая момент, что она могла воспроизводить следующих, то есть людей, то есть создавать людей, женский пол. Поэтому изначально в этом и заложена прекрасная мысль, чтобы мы общались, в этом есть. Потому что в Троице самой тайна, глубина Пресвятой Троицы, догматики, в том же заключается, что в совершенной, полноценной любви. То есть Отец совершенно любит Сына, Сын любит Отца, вот, соответственно. Поэтому здесь то же самое. То есть ответ, почему святые слышат наши молитвы, потому что Господь хочет, чтобы мы любили не только Его, но и друг друга, но заповеди такие дают. И в Ветхом Завете давал возлюбить друг друга и ближнего, как самого себя. А в Новом Завете говорит, что вообще любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, и поэтому в этом есть ответ на тайну Божьего домостроительства. Какие-то еще вопросы есть? Ну, да? Про святых, если вопросы, а куда делись? Ну, почему сейчас как бы перестало быть, или не как пророки? Все уже закончено. А вот вы о чем. Вы просто всегда, когда... И потом вспомнят, что я жили среди нас. Да, да, так и будет. Дело в том, что когда они с нами живут, все те, кто тогда жили, их не всегда видели. Потому что первый момент, вот эта их скромность, это не есть плохо. И во-вторых, тоже важно отметить, скромность святых – это не усилие их, то есть это их естественное состояние. То есть вот такая фраза, которую вы запомните, она догматическая, вполне себе, объясняющая все. Святые не знали, что они святые. То есть они не скромничали. И самый яркий пример вам, если мне напомнить, я уверен, что вы это знаете все-таки. Это пример Пресвятой Богородицы, которая, наверное, в тот момент, откуда мы это знаем? Священное предание, это она сама рассказала ученикам апостольским, потому что еще до ее кончины, до ее успения,
два ученика апостола Павла, вот, Дионисий Ареопагит, первый епископ афинский, и его преемник, тоже потом будущий второй епископ афинский, Иерофей. Вот эти два человека, два грека, это очень важно, потому что они не были евреями, то есть они не они понимали, что личность Царицы Небесной будет очень интересна. Но для израильтян, которые могли ее видеть, это было как что-то само собой разумеющееся, им в голову не приходило оставить они памятник какой-то. А это греки еще понимают, будут спрашивать, кто какая, и все. И они вот поэтому проявили, вот Господь у них талант такой проявил. Они приехали, очень подробно, говоря современным языком, взяли у нее интервью. И она ничего от них не утаила, она полностью все рассказала, с каких моментов себя помнит, да. Причем такие вещи, именно когда человек объясняет не просто, где что он делал, а зачем и почему, то есть мотивацию поступка. То очень, чтобы не было потом толкований каких-то. Зачем мне будут толковать, если можно меня спросить, зачем? С первых уст слышу. Да, вот из первых рук, да. И вот там в том числе описание Благовещения. Есть этот важный момент, который мы все в богослужении, в проповеди вспоминаем, что моменты, которые 70 седьмин закончились, вот, месяц, который вот должен был бы зачаться Христос, уже он длился вот этот вот по пророчеству. Вот. И Царица Небесная, возможно, вот впервые вот настолько решительно, дерзновенно, в первый раз помолилась, как можно сказать, слово такое осторожно использовать, чтобы вот, ну, для себя корыстно, скажем так. То есть она никогда, вот, еще полностью положившись Богу, отдавшись, у нее не было смысла, то есть, себе что-то просить. Ну, зачем, если Бог вот одно и всегда, я ему себя отдавал, то, что надо, и так. То есть, она молилась по много и по долгу, непрестанно вообще, по большому счету. Но это было прославление Бога, а не себе что-то просить. Поэтому нет. Ну, понятно, что такие скромные просьбы, которые не являются корыстными, это мудрости, ума, там осторожности, хранения в заповедях, это все понятное дело. А вот я говорю, такое что-то. Вот она впервые вот этот момент попросила, она привела пряжу, вот, и одновременно размышляя о том, что эти 77 год закончился, закончилось вот это длится этот месяц, куда должен явиться Христос. Не родиться, а вот где-то зачаться, чтобы вот, то есть он прийти должен. Приход понимают так. И вот она обращается в молитве быть, помните все, служанкой той девы, которая воплотит Сына Божия. То есть при том, что она вела настолько, можно сказать, не просто сверхъестественный, а вышеангельский образ жизни, она себя в этом не видела, как что-то не входящее в рамки обычных. То есть для нее пребывание постоянно в мыслях, в желаниях, в чувствах, предвсеведущим оком Божьим, что Господь меня видит, и я поэтому не допущу никогда, ни секунды того, чтобы его оскорбляло. Мы так не сможем. Вот наш народ возмущается, что в городе больше и больше камер ставят, хотя я удивляюсь, а что такое? А, ну да, конечно, теперь пешеходу вот на красный свет ходить нельзя будет. Что, перешел, лицо идентифицирует и пришлет 500 сомов штрафа. Конечно, кого-то. Не ходите на красный свет через дорогу. Вот. А она вот полностью так пред Богом, что никаких моментов, что и много чего еще. И Господь ведь ее возводил до такого уровня, что она была нетленная, пречистая, чистая дева. То есть она была некое подобие, как вот Ева до грехопадения. То есть ее естество даже менялось. И она в этом не видела, кстати, такого, ну как своей исключительности, что ли. То есть у нее было понимание, что это вообще-то нормально. Так должно быть. Как вот можно параллельно, простите, я всегда такое провожу, когда мы были маленькие, нас было нужно заставлять мыть руки, приходя с улицы домой. А сейчас мы это делаем на автомате, а если нет возможности, мы ищем ту возможность. Вот. Ну, кто и как мы отнесемся к человеку, к нашему взрослому, если человек пришел с улицы, помыл руки, потом говорит, что я молодец, я пришел с улицы и помыл руки. Ну, что ему скажете? А у тебя что, варианты есть так не делать? Вот, это же нормально, то есть это наоборот, если бы ты не помыл, вот странно.
Вот так и Царица Небесная. То есть ее образ жизни, пребывание в Боге, считался нормой. И поэтому она не считала себя избранной. И она помолилась впервые Архангелу Богу, чтобы Господь ей даровал возможность видеть ту деву, быть служанкой у девы. Но и она добавила, опять же, на волю Божию, возможно, я и этого не заслуживаю. Тогда можно я буду служанкой у служанки хотя бы, чтобы и деву видеть, и хоть как-то Сына Божия от этого поклониться, ему почтить его. Вот. И вот после этой молитвы ей является Архангел Гавриил и говорит, что это ты. А она ведь еще его переспрашивает. И подожди, говорит, я мужа не знаю, то давай я точно уточняю. А он говорит, не надо, и наоборот не нужно. Вот, и так далее. Вот в этот момент она не скромничала, она не играла роль. Она реально считала себя обычным, нормальным, простым человеком. Хотя бы на нее смотрим, ничего себе обычный, простой, нормальный человек. Вот. А вот она вот так вот. И потому все святые в какой-то степени, они себя считали нормальными. Вот Сергий Радонежский, а что такое, если он там три дня, там, не каждый день спит, там это по два часа в сутки, там это почти не ест, трудится. Вот уже когда наконец жизни, если бы мы его увидели, кстати, мы бы удивились, кстати. Слышу, с одной стороны, что там дедушке уже за 80, вообще-то будем так говорить. И что, в принципе, тоже это, мы читаем про святых, оно считается, как назвать слово, само собой разумеющееся это понятие, ну, святой же. А много ли мы людей, 80-летних, которые сохранили чистый рассудок, память хорошая, то есть нет этих проблем, даже это, извините, это не всегда, что виноват в этом, но это данность. Про святых такое не говорили, то есть сохраненный, ясный ум чистый, как в юности, то есть. Во-вторых, ученики это видели, и они в ужасе были. Он реально там сутки, может быть, в 2 часа в день, в 24 часа, он часа 2 спит. И то бывает сидя. Он там в день, в сутки, вот сухарь съест, стакан воды выпьет. Но бывает и у нас, как бы наши люди, и пожилые, и не пожилые, кто может там мало спав, ввиду какой болезни. Почти не ест. Но чтобы такой человек с лопатой работал на огороде, вы такое видели? Чтобы не спал и не ел, и вместе с учеником, с этими с подчиненными мог в огороде на скотнике трудиться, дрова пилить. И если не знать, что он не ест, и не знать, что он не спит, что он уже не афишировал это, никогда не догадаешься, потому что он не был бледный, прозрачный старец. Нормальные румяные щеки. Нормальный голос, трудится, просто и вид у него, конечно, был такой, что он подрясник сам, не самый лучший он для огорода-то использовал такое, что вот. Вот, пожалуйста, то есть это люди возвращались в состояние, хочу ваше внимание обратить, когда вы будете вот жить, я кто читал уже, вспоминайте, мучеников, таких же это очень много примеров, там его масло, как купель тут побольше, чтобы взрослый поместился. Вот не поленились, и кипятка еще куда ни шло, воды не жалко, масла не жалко было, потому что оно кипит с большей температурой, чтобы поиздеваться, масло разогрели, и туда человека бросают. Масло брызгает, потому что как ни старались, может быть, это, эти вот капли, летящие над палачей, у них ожоги, а он сидит там, как, простите, в джакузи. Оно бурлит, а он сидит в нем, и оно его не ждет. И они это записывают. Откуда мы это знаем? Это не легенда, мифы христианской церкви. Это атеисты признают, безбожники признают. Как? Потому что документы, это мученические акты, мы их так называем, или по-ихнему мартирологи, если говорю современным русским языком, уголовные дела, великомученика Пантелеимона, оно же есть. Его же по закону осудили, убили. За то, что он не хочет туда поклоняться. Уголовное дело великомученика Георгия есть. И так всех вот, ну, этих вот, назовем так. А там, помимо того, что когда дело было, допрос, протокол, и это пытки, туда тоже вписывались. Вот, слава Богу, мы сейчас живем в такой системе, когда официально пытки запрещены. А там вот положено было, разрешено, даже требовалось. И там все, что вписывались, вот эти вот, что делают с человеком, и как он реагирует на это, надо было записывать. Они видят, такие вещи творятся, и они видят, что как так-то. Вот.
Это вот люди возвращались в состояние Адама до грехопадения. То есть Господь их давно, их души уже вернулись, и Господь не им, не этим людям, им это не надо было. Это Он нам показывал, что и даже тело возвращается немножко. Если бы Господь не допустил, по идее, их, по большому счету, их уже убить нельзя было. Как Адама до грехопадения, они бессмертные уже были. Тогда почему же они скончались? Простой вопрос, да? Один из ответов, как бы сейчас не будем категорично говорить, а не догматика, а вот одно из теологуменов, будем так говорить. Что это такое? Это то, что они настолько любили Господа Иисуса Христа и хотели с Ним пройти весь Его путь, что поэтому они хотели умереть. Противоестественное это же состояние. Потому что хотеть умереть – это ненормально. Потом, ну, мы не преодолевали вот это, потому что Христос умер. Почему я так смело вам говорю на эту тему, отвечаю вот сейчас? А потому что могу обратиться к богослужению, можете проверить мои слова. Там не одна будет строчка, много-много раз, уж извините, ну, не меньше, там несколько десятков, может, 3-4-5 десятков, будет та же мысль повторяться. Когда совершается служба богослужения, как вот подобие чин погребения плащаницы вам известно, а есть похожий чин погребения плащаницы Богородицы. И там вот читаются вот эти так называемые у нас через, когда строчка 118-й псалом, и строчка вот то, что это, может быть даже, ну я знаю, что на погребение Спасителя, это вот, статьи называется, там авторство Иоанна Дамаскина, это точно, по-моему, а чин погребения плащаницы, я виноват, но Богородицы я не помню, кто. Так вот, там постоянно такая фраза звучит, что Христос умер, и ты тоже захотела. То есть потенциально, в принципе-то, они были обновленные люди, и они бы могли бы как бы жить и жить уже до второго пришествия, тысячелетия. Но настолько они любили Спасителя, что в этот момент смертный, они поэтому перешли, потому что, хотя Христос смертью, смерть победил. То есть смерть изменилась ее статус. То есть это теперь не та власть, которую мы не можем преодолеть, а потому что вот, и это, кстати, совпадает с фразой этой последней, кстати, сегодняшнего блаженства евангельские. Блаженны вы, когда вот будут за меня гнать. То есть в этом и есть их блаженство святых, то есть пройти путь Христов до конца. Поэтому постоянно вот, это при этих внешних возможностях, вот этих способностях, обращайте внимание в житиях, они сами святые на это внимание не обращали. То есть они не об этом думали. Как, например, культурный человек, образованный, он размышляет, когда ему начинают это восхищаться тем, что он много знает, а он не об этом думает, а, допустим, как можно узнать человека про него. Ну, допустим, вот познакомился я с кем-то. И зашли мы там в картинную галерею, или, допустим, он, слушай, тут как раз есть возможность, я взял за руку, завел в филармонию, а там концерт какой-нибудь. Не там это какой современный, а вот классика настоящая. А я не знал, что он, допустим, ну раз он меня завел. И вот пока я не играю, то он мне тихонько на ушко начинает такие вещи рассказывать. То есть то, чего я не умею слышать, понимать. Я и не знал, допустим, что он это, ну, разбирается. И он меня за эти там час столько научил. Но я когда на него смотрю, он не получает удовольствие от своих знаний, он наслаждается музыкой. А я на него смотрю с восхищением, что после, или в картинную галерею зашли. И он давай мне рассказывает, те вещи, обращать внимание на картины, на которые я сам никогда не обратил внимания. Ну, то есть, как вот художник там что-то изобразил или такое, что-то такие моменты. То есть он наслаждается живописью, а я восхищаюсь его опытом. А он сам своим опытом не восхищается, это для него естественное состояние, нормальное. Поэтому святые не знали, что они святые. Это очень важно знать. То есть они не... это первое. А второе, и подвижничество. Почему опять мы осторожно говорим? Потому что прижизненные благодатные действия, это очень важный вопрос, ответ сейчас будет и задали. Они имеют второстепенное значение для канонизации, для признания святости. То есть мало ли что при жизни, какие чудеса мог совершить человек, настоящий,
это не является, значит, что он, ну, с Богом в близкой связи. То есть об этом постоянно говорят современные богословы, грамотные люди, что ввиду священник, ввиду сана это может сделать. То есть не потому, что священник захотел, Бог так действует. Во-вторых, мирянин может ввиду таинства миропомазания, которое вы имеете, если надо будет, Бог. Но это не значит, что человек сам в Боге пребывает. Почему? Хочу ваш пример опять вам явно привести, который вы можете легко помнить, потому что вам он явно явен. Иуда Искариот. Он ничем от апостолов не отличался, он не был паршивой овца в стаде, или как обделенный, скажем так, чем-то. Он имел те же благодатные дары, как все апостолы. Он мог исцелять проказу, очищать прокаженных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. Он ничем не был слабее в чудотворной способности от апостола Петра или Иоанна Богослова. Но мы знаем, чем он закончил. Закончил тем, почему, чем он жил. Он жил больше вот этим. Поэтому благодатные способности, об этом Иоанн Лесточник пишет, что они не являются показателем. А наоборот, вот, даже наоборот, в день суда они будут осуждением человека, что Господь скажет, я тебе столько дал, а что ж ты-то со мной? И поэтому опять любят грамотные богословы цитировать слово Спасителя, вот это вот приводить пример, где Господь говорит, когда я приду вторично на землю, то многие захотят тоже войти в мое царство, а когда увидят себя изгоняемыми во тьму кромешную, будут спрашивать, не твоим ли именем мы, Господи, пророчествовали, то есть красиво проповедовали, и люди, слушая наши слова, принимали веру. Это пророчество означает слово, проповедь. То есть о тебе красиво говорили и правильно. Так, так. Мы твоим именем бесов изгоняли, мы твоим именем чудеса совершали. А он сказал, а я никогда не знал вас. О, как! Вот идите от меня, это ничего не значит. А что? А есть то, что значит. Апостол Павел пишет, который мы часто читаем, это зачало, плод, духовное есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Где здесь чудеса внешние яркие? Нету. Где это заметное внешне сильно? Нету. Это вот там. Если оно есть, то человек действует по-другому. Все. Это плоды, вот это, дарен добавлять, имеющие такие качества, вот, да таковых даже закона нет, то есть их не судят, они не подсудные. Плохо. Поэтому здесь момент такой, что прижизненные способности священников, монахов, там, мирян, оно учитывается, так, внимание обращаем. Но обращаем внимание потом, после смерти, то есть умер человек, вот обращаются к нему как к живому в молитве. Потому что это самый главный вот показатель, что, во-первых, сами обращаются, а во-вторых, он отзывчив. То есть можно как бы такое слово сказать, грустное чем. У нас у живых при жизни зимой бывает снега не выпросишь. А здесь умер человек, его похоронили, к нему не всегда даже на месте погребения обращаться, не всегда. А просто передается молва, что был такой раб Божий, или раба Божий, или там священник, или монах, которого просили при жизни помолиться, и Господь по его молитвам нам даровал. Бога славят, конечно, но по его молитвам Господь нам даровал что-то. А вот мы сейчас его зовем опять уже, а вот он. И Господь опять по его молитвам нам дарует какие-то благодатные свою помощь. И вот когда это накапливается, то уже получается не церковь, как бы не администрация, не церковная иерархия назначает, учитывая прижизненный момент. Нет. А учитывая посмертное, она говорит, мы не, там фраза так может так звучит интересно, мы вам объявляем, что это еще один из святых, мы не можем это не свидетельствовать. То есть мы видим, что Господь нам показал через вас, мы просто объявляем, что вот еще есть. Это точно, вот, человек, к этой душе можно обращаться. Вот, поэтому святые в этом смысле, да, вот, они, поэтому надо, чтобы подождать. Вот, только после смерти будем ждать. Внешние благодатные дары, об этом тоже есть ответ такой, что почему мы читаем, что в первохристианские времена было много таких чудес исцелений, например, а сейчас их гораздо меньше. Есть такое есть объяснение, что каждая эпоха, она
С одной стороны, мы люди очень похожи, но есть свои особенности. И вот в те времена вот этим можно было показать что-то. Сейчас, если это будет происходить, ну, видимо, Бог считает, что оно настолько вот так вот не будет работать. Потому что чудеса вот эти, кстати, тоже явные, внешние, они ведь накладывают, опять вернемся, кто уже сказал, не только тому, кто их совершает, но и кто их видит, над кем совершается, накладывают большую ответственность. То есть одно дело, когда вроде бы человек ничего не видел и не слышал, и может говорить, что он не знает. А другое дело, когда такое чудо было, он обязан, значит, получается, менять свою жизнь. Иногда Господь и сам совершает чудеса не через людей, а через какие-то действия жизни. Вот, например, для меня открытием было, когда я в духовное учебное заведение поступил, и для меня было открытием такая новость, что мироточение, обновление икон на самом деле это очень-очень тревожный знак. То есть надо не радоваться. Хотя, казалось бы, чудо вот показывает. Ну, чудо – это чудо, без сомнения. Но тут надо говорить не только «слава Богу», а говорить «ой-ой-ой-ой-ой». Вот так вот кричать надо. То есть что с нами происходит? То есть если Бог вынужден вот такие вещи показывать нам. Потому что это вот всегда бывает. А почему параллель такая происходит? То есть почему так это можем говорить? Что это не... А самое главное чудо, ведь Евхаристия, об этом прописано четко, опять же, ознакомиться можете, ну, ввиду, что христиане простые, прямо это вас не касается. Есть такая книга, одна из богослужебных правил, называется «Известие учительное». Это книга, инструкция, очень подробная, очень длинная, о том, как совершать литургию, какие могут быть ситуации там, как храм содержать, как за богослужебными облачениями следить. Ну, там, например, там вот такое, чтобы вы понимали, мысль какая интересная есть, про одежду богослужебную. Что если священник не может, приход не может себе позволить самую лучшую, красивую иметь, потому что это образ Христа, это не батюшка или епископ наряжается, а это образ Спасителя в Царстве Небесном. Но может оказаться, что финансово не тянет. Это не страшно. Но она должна быть постиранная и заштопанная. То есть не должна быть рваная, не должна быть грязная. Потому что грязная рваная в нашей власти, а вот ни в золоте, ни дорогая, вот тут у нас власти нету. Не надо последнее отдать, чтобы быть голодным и купить лучшее. Нет, не надо. Но постирать и заштопать. Вот это нельзя. А иначе, если говорит, будет рвано или грязно служить, он унижает Христа, например. То есть как бы там такая мысль, что литургия будет в осуждении, вот так. То есть помимо подготовки духовной, должна быть и внешняя. Так вот, там есть момент, немножко ушел от темы, о том, что может случиться чудо такое, когда священник благословит или епископ благословит хлеб и вино в чаше, и они в этот момент могут сразу стать, видимо, кусок мяса кровавого, и в чаше прям будет только что было вино, и вид, и пахло вино. А будет, сейчас явно будет и вид, и запах, вот прям как будто кровь. И там как написано, что этому радоваться не надо, это не есть истинное тело и кровь Христа, о как! Там написано, это чудо от Бога ради неверия. Причем ради неверия не священник, если он один там не очень верующий, или епископ, ради него, я так думаю, Господь такое не будет творить. А вот именно когда пастор много сомневается, и такие примеры были, кстати, в русской церкви. А да, кстати, написано, что этим причащаться нельзя. Это показать надо всем. Оставить в стороночку на престоле и заново начинать служить литургию с проскомидии. Опять из просфоры вырезать серединку и взять все по новой. И ждать то, когда опять оно станет видом хлеба и вина, только потом съесть. О как! То есть укор, то есть какой вывод? Чудо Божие – это укор Божий. Что если вы не верите, нате, смотрите. Ну а почему не верим? Мы не верим, когда человек не верит, он оправдывает начать свои грехи, это самое-то главное, что. То когда человек неверующий, он говорит, что тогда получается многие вещи можно. Это об этом Достоевский же писал. Если Бога нет, то все позволено, извините. Все. То есть, потому что какие бы земные законы ни были, с людьми всегда можно договориться. Там, или сбежать, или что-то угодно. А суд Божий такой, что. Вот этот момент очень важен.
что вот эти чудеса, это и тоже, собственно говоря, момент такой, что сейчас может быть чудес меньше от того, что население, могу предположить, немножко изменилось. И люди сейчас не настолько грубы, которых надо пугать с одной стороны прям сковородками в аду, и не надо показывать вот этими вот чудесами привлекать. Они слово слышат. Причем подчас это чудо гораздо больше удивительное, когда вроде бы обычные слова евангельские где-то прозвучали. И неожиданный человек, который еще позавчера жил так, что и говорит даже в узком кругу шепотом, стыдно перечислять, что он делал. А он вдруг начинает, прекращает причем, и решительно начинает вести противоположный образ жизни, причем не под давлением обстоятельств, там заболел, там какая-то ему грозит тюремное заключение, нет, вот на ровном месте. Вот не хочу и все, хочу быть Господом. Примеры бывают, и они еще и есть. Кстати, это, кстати, главное доказательство, учтите, когда, может быть, в очередной раз будут вас рассылкой в WhatsApp смущать, что там последние времена и антихристы выступают. Вот чем мы можем что-то не так? Вот. Тем, что они когда будут правду наступать? Когда люди все меньше и меньше будут слышать, хотеть слышать Слово Божие, истину вот эту, к покаянию. Мы сейчас такое можем видеть? Нет. Полно людей, говорю, неожиданных людей вдруг обретают веру. И те, кто ее хранят, есть. Да, меняются, да, конечно, может быть, те, что было 30, 40, может быть, 50 лет назад, пороки, которые тихонько шепотом обсуждали, сейчас их транслируют публично. Это да, это есть, конечно. Но это могут быть волны вот эти, это вообще тема полемическая. Но вот момент, что до сих пор есть тенденция, то есть обретение веры, вкус к покаянию, к переменам в своей жизни. Причем, подчеркиваю еще раз, не под обстоятельствами болезни, там, какой-то беды, а вот на ровном месте человеку, потому что душа жаждет. Все, нормально все. То есть Господь поэтому еще пока вот нам это дает. Поэтому знать вот так вот святых, это очень удивительно. Но опять же, об этом писали, что с ними непросто. Потому что, с одной стороны, они ведь люди действительно граждане Небесного Царства. И то, что мы их сами по своей жизни очень сильно ценим и дорожим, это тщеславные моменты, корыстные какие-то вот это. А для них это... Для них человек важен. Мы можем тоже быть что-то вслух. Декларативно человек важен. А для них по-настоящему. Понимаете, то есть. Вот такие. У нас понятие такое уходит, своя рубашка ближе к телу. Ну, мы это и молчим. А святые так никогда бы не сказали. Вот. Поэтому тут тоже вопрос такой, что почему нету. Но самое главное, это посмертные благодатные чудеса, которые Господь выявляет наоборот. Что вот когда такой тоже хочется важный привести пример, когда критикуют вообще за вообще сам факт канонизации, например, царственных страстотерпцев, люди, в чем подвиг был? Вот они же не прямо мученики за Христа, это страстотерпцы, чин отдельный. Вот мой любимый такой ответ, вот ни разу не было дальше желания у кого-то православных обсуждать. Я говорю, хорошо, это вот последние времена, вот совсем недавно было, да, вот 100 лет прошло, с момента их убиения совсем недавно. Вот, хорошо, говорю, вы спрашиваете, а вы помните, с чего русская церковь начиналась? Тоже момент, сразу только говорю, Борис и Глеб. А их за что? Когда их убивали, кто от Христа требовал отрекаться? Никто. То есть абсолютно идентичный подвиг. Их убивали, они сдачи не дали. Ни они, ни царская семья. Хотя у тех эта возможность была техническая. Нет, понятно, у царя никогда его уже хватили, в Екатеринбург увезли. Нет. А до этого он вот так ответил, что там мало не показалось. Но этого не сделал. И Борис и Глеб могли ответить по посланным убийцам, не сделали этого. За что? А ответ не за что, а почему? Потому что их бросили, Бориса и Глеба по отдельности тела их. И они лежали, те надеялись, что звери съедят. И так обычно то оно и бывает, разлагаются. А тут они мало того, что они там не разлагаются, еще и звери не тронули. Через годы
Вдумайтесь, через годы их нашли. Их только гидетками так присыпали. Бога оказалось. Поэтому вот, если бы этого не произошло, люди бы внимания не обратили. А так вот произошло, стали думать, а что? А оказалось, то есть до конца убедились, что это была их не слабость, не трусость, не беспечность. Это было исполнение евангельской заповеди любви. То есть они не захотели воевать с братом родным. Они показали христианский пример терпения. То есть, если бы их не убивали, они бы не против, чтобы их не убили. Но, чтобы сохранить жизнь, убить в ответ они не хотели. То есть, вот так вот. То есть, исполнение заповеди евангельской ценой жизни. И это начало русской церкви, то есть, оказалось. Ведь это же дети князя Владимира. Самый фундамент. И этим можно сказать не то, что мы сейчас заканчиваем. Вот 20 век, царская семья, то же самое. Потому что есть такое толкование, одно из мнений, что преподобный Серафим Саровский, когда умер, вот он оставил письмо, и потомки, то есть через поколение передали, что царь, который приедет сюда, вы ему отдайте. И они говорят, какой? Говорят, не важно. Вот который сюда приедет, а туда, там такая глухомань, такой медвежий угол, это тогда был Саров, 100 лет назад, еще туда поедет. Ну вот и все. И когда царь прибыл туда, на прославление Серафима Саровского, мы передали. И никто не читал, это мы только до сих пор, 100 лет прошло, и православные сообщества так, как называют, гипотезы высказывали. Потому что царь прочитал, вздохнул там так только восклицание и сжег. Он никому не сказал. И там наверняка было написано, не говори. Но мы можем видеть после этого письма, как он себя вел. Он до этого, если у него были попытки удержать страну от революции, скажем так, то после письма вот этого уже нет этих попыток. То есть там можем предполагать, что было. Дай народу то, что они хотят, чтобы они поняли, что это плохо. Потому что пока вот мы так и детей воспитываем иногда, что если вот он сильно хочет чего-то, мы понимаем, что он только несчастный будет. Но он упорно лезет. Он начинает нас ненавидеть. Вы не понимаете. Ну хорошо. Чуть-чуть можно, типа, в смысле, пострадать, раз ты хочешь. Раз ты на слово не веришь, что так не надо, хорошо, давай. Полез, ай, ой-ай, опа.